Всем привет! Сейчас уже по календарю масленица, ну, закончилась уже зима. Мы будем делать пугало. Мы его подпалим. Мы уже взяли ненужные шмотки, набьем его сеном, на палку поставим и сожгем. И для того, чтобы сделать нам это чучело, нам понадобятся вещи из секонд-хенда, которые мы набьем сеном. Само сено. И вообще нам нужна была веревка, но мы за место веревки нашли кабель. У кого-то из окна выкинули и убежали. Леха, как можно? Когда мы собирали сено, мы нашли саночки. Причем нормальные. Совсем новые. Покатаемся. Вот мы собрали сено. Теперь мы будем набивать вещи. Мы сейчас набиваем сеном штаны. Чтобы... Очень странное дело. Надежда Ивановна увидит и даст нам по листу. Очень, чтобы это... У него будет крупная боль. Да, я говорю, жопу побольше. Вот мы навязали узлов с Костиком. Получилось, вот мы набили эти штаны. Вот, нормально. Почти по моему росту. Сейчас мы набиваем... Голову. Тут будет шея, мы ее вставим в сарафан. Вот, теперь не беременна. Еще. Сойдет, надо как можно больше сена. Короче, вот какое у нас получилось пугало. Не идеальное, конечно, но, гляньте, тут даже волосики есть. Если сзади вот так посмотреть, то волосы как будто бы белые. А на дереве у нас кукушка. Сегодня кукушка. Будет жарко. С масленицей! О-о-о! Этим пугалом можно также пугать и диких животных, ворон. Особенно, если вы живете на ферме, то и хотите сделать и так, как мы. Но у нас, конечно, не очень получилось, потому что мы не профессионалы в этом деле. Подписывайтесь на канал Прогульщики и ставьте лайк. Прогульщики!